Ульяновский авиационный колледж, межрегиональный центр компетенции, выступает ядром образовательно-производственного кластера. За 2 года здесь создано сразу 10 современных мастерских. Преимущество МЦК – это подготовка кадров по профессиям и специальностям в области обслуживания транспорта и логистики по мировым стандартам. Оборудование закуплено именно то, которое сейчас используется в производственных процессах. И очень здорово, что ребята, которые здесь обучаются, они пойдут на производственный процесс на Авиастар уже, может быть, и не учениками, а уже сразу в бой. Обучение организовано по программе «Профессионалитет». Сейчас она охватывает 1490 студентов. После выпуска к труду и обороне готовы десятки операторов станков с программным управлением, токарей и фрезеровщиков, мастеров слесарных работ. Благодаря комфортным условиям, регулярному прохождению практики на ведущих предприятиях, ребята увлечены процессом и буквально влюблены в свое дело. А это дорогого стоит. Каждый день читать, обучаемся. Также на заводе обучаемся. Каждый раз обучение идет. Так, ну, вот станки новые, также ремонт делают. Старый новый корпус. Новый корпус ремонт делают везде. И все ради мечты – трудоустроиться в филиал ИЛ-Авиастар. База, которую ребята получают в авиационном колледже, позволяет легко влиться в производственный процесс. Если же нужна помощь, на предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Так, работая сообща, регион выполняет все поставленные задачи перед отраслью. Помимо того, что они будут проходить здесь, безусловно, в последние месяцы мы будем, чтобы практику не проходили уже в тех цехах, которые мы планируем принимать. Мы хотим сделать на последние полгода обучения, может быть, это месяца 3, Центральная Николаевна, да, мы хотим сделать так, чтобы они уже прямо интегрировались в рабочие процессы на предприятии и, возможно, даже будем заключать с ними трудовые договоры. «Авиастар» внес и свою лепту в создание современных площадок для обучения. Предприятие направило на эти цели 30 миллионов рублей. Из федерального бюджета поступило еще 100. Оставшиеся расходные статьи покрыл региональный бюджет. На ремонтные работы бюджет Ульяновской области предоставил 25 миллионов, полностью освоены ремонтные работы, выполнены и созданы вот те производственные площадки, мастерские, которые вы сегодня видели. Работа ведется по нацпроекту «Образование». Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.